Председатель партии социалистов Игорь Дадон квалифицировал решение КС об основаниях для роспуска парламента как узурпацию суда в политических интересах президента Майи Санду. Он заявил, что большинство в КС грубо нарушило конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, а также рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии. Председатель платформы «Достоинство и правда» Андрей Настаси расценил случившееся как опасный прецедент для страны. При этом он отметил, что возглавляемое им формирование готово к досрочным выборам. Партия «Шора» и парламентская платформа «За Молдову» заявили, что решение Конституционного суда только усугубит политический кризис. Они осудили президента Майю Санду, обвинив ее в том, что в разгар эпидемии она ведет страну к восстанию и хаосу.